Мужчина погиб под колесами трамвая. Происшествие произошло на Черноморского казачества около 8 утра. На место вызвали полицейских и карету скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть. В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что пешеход выбежал на трамвайные пути в неустановленном месте, а водитель не заметил его из-за деревьев. Возле тела нашли наушники. 59-летний мужчина мог просто не слышать приближения трамвая. Вагоновожатая в настоящее время находится в шоковом состоянии. Она попросила несколько выходных. В «Одесгорэлектротрансе» она работает уже 16 лет, говорят на предприятии. Скорость трамвайного вагона составляла 30 км в час. Это зафиксировано GPS-показатель. Но при экстренном торможении остановочный путь при указанной скорости составляет 15-16 метров. 15-16 метров. И водитель остановить управляемое транспортное средство сразу не мог.